всем огромнейший привет! Сегодня у нас будет четвертая часть по автомобилю Audi A4. В принципе, работы идут. Кратенько, что сделали? Полностью поменяли все тормозные диски по кругу. Разработали суппорта, но что-то все равно переднее правое колесо немного, ну, тормозной диск греется, но, возможно, это колодки притрутся. Дальше что? Проблемы с ручником, потому что сделали, начали ручником тягать туда-назад, и походу либо трос порвался. Будем разбираться. Но тормоза на автомобиле есть, тормоза не бьют, и у нас был первый выезд. Меня все волновало состояние кардана, чтобы не было никаких вибраций, потому что когда я гнал на автомобиль, были сильные вибрации, но были они из-за покрышек. В общем-то, поменял все 4 покрышки, отбалансировал. Вчера выехали, все, проблем нет никаких, но позже эти вставки покажу. Дальше что? Полностью перебрал подрулевые переключатели, установил ручку круиз-контроля. Надо все это дело активировать и плюс адаптировать блок ABS и ESP. Перебрал полностью крышку багажника, установил новую кнопку, подсветку номера, вот эту планку. Все там сделал, но ни хрена оно не работало. Пришлось лезть в жгут. В жгуте было перебито 2 провода и 3 на подходе. Все это скрутил, заизолировал кембриками аккуратненько, красиво. В общем-то, все, с этим вопрос решился. Крышка багажника работает, подсветка номера горит. Сейчас купил лампочки. А далее что сделали? Что мы дальше сделали? Поменял ручку переключения КПП. Поставил новую. То есть все уже там симпатично. Поставил вентилятор печки, все работает. Ну и косяк вышел с амортизаторами капота. Установил приобретенные бэушные. Поработали они максимум. Спереди на капоте поработал день, сутки. В багажнике 2 суток и все. И амортизаторы опять перестали держать. Поэтому сзади еще ничего не заказывал, не делал на крышке багажника. А вот спереди сегодня купил самый-самый дешевый китайский Stellarx. Не знаю, насколько его хватит. Ну, как раз посмотрим. Стоил он 13 белорусских рублей, то есть $5. Ну, думаю, хрен с ним. Насколько хватит, настолько хватит. Что мы еще сделали? Поменяли магнитолу. Но радио шипит, поэтому надо там лезть, кое-что делать с антенной. Блин, а так, наверное, в принципе, все, что-то ковыряем каждый день, что-то делаем, работы много. Ну, в общем, то, что наснимал, сейчас вам это покажу. Приятного всем просмотра. Так, ну и показываю. По-быстрому сделал то, что не требует больших трудозатрат. Смотрите. Чик одной рукой. Гакс. И капот у нас открывается, держится. Дальше. Крышка багажника поменял 2 амортизатора. Этот был рабочий, но тем не менее. Смотрите, одной рукой. Херакс. Крышка у нас держится и открывается тоже все одной рукой. А, ну и сейчас покажу. Тоже с отцом не выдержали, а? Ну как вам? Видон преображается. Поставил новые. А, давайте вам покажу. Поставил эти повторители поворотничков. И теперь у нас врубаем зажигание. Включаем аварийку. Включаем фары. И смотрим. А, ну давайте по кругу, по-быстрому. Здесь работает. Здесь у нас все работает. Здесь повторитель работает. Ну и смотрим фонари. Здесь 2 габарита, здесь стоп работает, задний ход работает, поворотничек работает. Здесь то же самое, но перегоревшая лампочка на габарит. То есть габарит должен светиться 2. Этот противотуманник.
Здесь, кстати, как и в сценнике, против тумани горит только левый. На правый даже провод не идет. Так что вот такие европейские правила в 2000-х. Ладно, возможно, сейчас такие. Все, теперь у нас все работает. И на автомобиле, по крайней мере, уже можно будет передвигаться. Здесь все снято. Смотрите, сколько здесь пепела, блядь, всякой херни. Здесь все надо вычищать. Глянул, ремкомплект кулисы продается 30 рублей. Возможно, потеплеет, поменяем. Магнитола снята. Это снято, думали найти, ни хрена не нашли. Здесь буду все собирать. Потому что вентилятор, скорее всего, с вентилятором все нормально. Ну ладно, проверим, в общем-то. Ну и надо будет мне разбираться с блоком комфорта. Но я, друзья, не знаю. Вот это вот что за блок? Это случайно не блок комфорта, потому что я читал, смотрел и писали, что B5 точно в ногах пассажира. Но мы еще тут ничего не убирали. Тут вроде как и сухо. Буду смотреть. А уже в B6 здесь типа находится. Так я не знаю, это вот блок бортовой сети или это все-таки блок комфорта. В общем-то, буду разбираться. Продолжаем, друзья, собирать. Установил я моторчик печки, который мы приобрели. Там его номер, если кому надо, посмотрите. Но на разборке уверяли, что моторчики печки здесь вечные. У нас проблема не в моторчике печки. В общем-то, установил. Крепится он. Смотрите, здесь вот один. Ну, винтик под головку на 6. Здесь вот второй. И вот там глубоко находится третий. И вообще мешает открутить, достать... Вот этот поролон, он очень жесткий, он такой здесь как прорезиненный. Я его отрезал, потому что, ну, вообще было нереально его достать, короче. Ну что, поставили моторчик печки, теперь я с вами проверим. Да, где там наш ключик? Клемму я накинул, включим сейчас зажигание и давайте включим печку. Слышите? То есть проблема у нас была именно моторчики печки. Сейчас рециркуляцию уберем. Все. У нас работает моторчик. В общем-то, все окей. Обороты максимальные. Все отлично. Вот такие, друзья, дела. То есть дело было все-таки в моторчике печки. Напомню, что стоил он 14 белорусских рублей. Все, в принципе, можно здесь все дело собирать. Здесь провод идет. Сейчас вам покажу. Вот он. Провод, скорее всего, на телефон, который вот здесь вот должен устанавливаться. Ну, не телефон, а вот подставка. Но ее у нас нету. Надо его заизолировать и спрятать. Все, в общем-то, будем сейчас собирать на место бардачок. Левая сторона перед готов, диск тормозной на месте, все покрашено. И здесь, где был стабилизатор откручен, тоже все прикручено. В общем-то, всю эту сторону можно собирать. В общем-то, разбираемся с подрулевыми переключателями. И установил ручку круиза. Чтобы ее поставить, надо, во-первых, снять шлейф, но снимается он. Шлейф очень просто. Здесь вот внизу защелка, здесь вторая защелка, и здесь должна быть третья, но на этом шлейфе она
обломана. И с разъема просто так чик достается, и все. И, кстати, в Audi сделано так, что шлейф не провернется. То есть здесь специальный фиксатор есть. Потом откручиваются вот эти 4 винта. И сама вот эта вот, вот этот подрулевой блок остается на месте. А вот эти переключатели подрулевые, то есть поворотников, давайте-ка вот так вот увеличу, поворотников и дворников выходит вперед, потом ставится круиз, закручивается все это, ну, вместе опять на подкову ставится, закручивается 4 винта, и здесь плюс еще 2 дополнительных винта. Еще и ручка круиза стоит на месте. Все работает, все нажимается. Здесь переключатель у нас под бортовой компьютер. Тоже все, в принципе, работает. Теперь наша задача установить шлейф. Тоже все это делается довольно-таки просто. Главное не забыть защелкнуть разъем на подушку. Ну и, конечно же, когда мы делаем, занимаемся всеми этими манипуляциями, минусовую клемму аккумулятора обязательно сбрасываем. Предварительные итоги. Стоят фонари полностью, лампочки все работают, задний ход тоже работает, подсветка номер одна работает, вторая, лампочки нету, багажник тоже работает. Ну тут, конечно, бардак. Так что все у нас в процессе. Да, здесь тоже поворотники работают. Все работает. В общем-то, тачка потиху оживает. А, и сделал проводку багажника. И теперь у нас подсветка работает. Все, потихоньку тачка восстанавливается. Ну, нравится мне, конечно, как в Audi вот светятся все вот эти кнопочки. Ну, у нас сегодня первый выезд, руль стоит кривовато, разгонялись сотня, вибраций никаких нету. Нормально все. Ну и нормально разгоняется. Вот, 120 это 2000 оборотов. Так что нормально, едем. Так, в общем-то, покатались, все нормально, температура поднялась, в машине очень тепло, печка, ну, клима работает. Магнитола работает, правда, радио шипит, надо там с антенной разбираться, подвеска нормально, тормоза нормально, ну и главное, что нету никаких вибраций. Горит куча ошибок, где-то чек, это из-за АБС-ки. Надо, в общем-то, кодировать эти блоки, прописывать. Так, вроде все окей. Ну и разбираться со стеклоподъемниками. Так, все нормально. Свет тоже работает, только не работает против туманки, потом разберемся. Ну и бьют нормально, чуть-чуть левая вниз бьет. Бляха, друзья, в тачке тепло вообще конкретно. Классно. Ладно, покатались, загоняем. Так что такие дела у нас. Начались первые выезды. Это не может, конечно, не радовать. Да, разбита подушка двигателя. Чувствуется, когда ты вот начинаешь трогаться, то такой небольшой ударчик присутствует. Там уже взять, завалить. Все. Так что, друзья, выехали. Первый выезд. Это, конечно, очень круто. В общем-то, друзья, поехал я домой. Работы, конечно, еще очень много, но радует то, что аудюха становится на ход.
Едет она приятно, нету абсолютно никаких вибраций. Руль, конечно, смотрит криво, но это я все поправлю. Пропишу блок ABS, блок, ну, ABS ESP. Пропишу круиз, мультируль, это все фигня, это все сделается, тут проблем никаких нету. Я думаю, мне либо Максим, либо кум Александр помогут в этом деле. А дальше, что из проблем, сделали задние тормоза, но начали затягивать, у нас походу либо трос оборвало, в общем, ручка стояночного тормоза стала легко затягиваться. Тоже с этим надо разбираться, но на данный момент именно по технической части надо поменять масло фильтра. Возможно, отец завтра займется, либо вместе мы будем делать. Меня главное волновал вопрос, это чтобы не было никаких вибраций на ходу. Сегодня я свозил, переобул два задних колеса. Ну и, блин, вибраций нет, слава богу. Автомобиль хорошо набирает обороты, но я так понял, что там на шестую надо переключаться. Но я привык, блин, там 80 еду, шестую уже на сцельнике врубаю. Там, конечно, надо большую скорость развивать. Ну, а так вообще едется приятно и очень-очень тепло в машине. То есть с вентилятором печки ехать намного приятнее, чем без него. Надо разбираться с дверными картами. Надо радио там в антенну залезть. Ну, в общем, работы хватает каждый день, но мы не унываем. Мы все это делаем. И думаю, еще неделю покатаюсь, и надо заняться сценником, сделать у него ТО. Просто и масла, и фильтра, все лежит. Ну, все никак нету времени. Ну, такие, в принципе, дела. Все, едем домой. Все нормально. Первый выезд был удачный, так что все окей. Все, всем спасибо большое за просмотр. Это уже у нас четвертая часть. Все, до скорых встреч, всем пока. Ну и главное не болеть.